7 марта актер Аллу Арджун отпраздновал годовщину совместной жизни со своей семьей. Аллу Арджун и его прекрасная жена Аллу Снеха Редди вчера отпраздновали 11 лет совместной жизни. Пара отпраздновала годовщину свадьбы скромно и красиво. Актер опубликовал в Инстаграм прекрасную фотографию, на которой его сын разрезает прекрасный торт, приготовленный по этому прекрасному поводу. Недавно прошел релиз нового фильма «Пушпа-1». И не откладывая ни минуты, Аллу Арджун уже готовится ко второй части фильма «Пушпа-2». В настоящее время ведутся подготовительные работы к фильму. Если вам понравилось видео, то ставим лайки, дизлайки, пишем комментарии. А самое главное, не забываем подписываться на канал, чтобы не пропустить следующее видео. До новых встреч!